Здравствуйте, меня зовут Артем Шалимов, и вы смотрите программу «В теме». Истории, которые обсуждают сегодня. Ведущая знаменитой телестройки Ольга Бузова подала на развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Так что теперь всем стало ясно, что вся эта громкая история вовсе не пиар, а самая настоящая правда. Начинаем. Это скандал. Я не комментирую незаконные действия людей. Для этого есть правоохранительные органы. В сеть попала личная переписка телеведущей Ольги Бузовой и откровенные фотографии. И правда ли, что девушка подала на развод с Дмитрием Тарасовым? Телеведущая Ольга Бузова снова в эпицентре скандала. На сей раз в сеть попали эротические видео, официально подала на развод с Дмитрием Тарасовым. Подробности прямо сейчас. Ольга Бузова клянется быть сильной, несмотря ни на что. Но, кажется, такое заявление только усугубляет ситуацию. В СМИ благодаря хакерам попадает переписка телеведущей с близким окружением. Утверждать на 100%, что сообщения реальные, нельзя, но голос на аудиозаписях очень похож на Ольгин. Обсуждается в интригующих посланиях крах личной жизни теледивы. Мы попытались дозвониться до звезды телестройки, но, говорит по телефону, она отказалась, после чего прислала сообщение. Я не комментирую незаконные действия людей. Для этого есть правоохранительные органы. Я не в курсе, что там происходит. Говорят, что взломали мои переписки и iCloud. Это подло, жестоко. Извините, мне некогда, мне нужно работать. Судя по выложенным материалам, вся шумиха вокруг ее брака с Дмитрием Тарасовым все-таки не фейк и не пиар-акция, что подтверждает и менеджер Оли в телефонном интервью. Да, это официально, да. Причем это не просто громогласные заявления. Известно, что Ольга перед отъездом в Европу подала заявление на развод. Получил ли Дмитрий Тарасов уведомление, неизвестно. На звонки он не отвечает, но его близкое окружение подтверждает грядущее расторжение брака. Ты в курсе? Нет, Дима действительно с Олей разводится. Да, да. Будет ли этот звездный развод таким же скандальным, как у читы Брэда Питта и Анджелины Джоли, или у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд, до конца непонятно. Но грязные предпосылки к этому уже есть. Дмитрий Севастьянов, программа «В теме».